дорогие мои друзья, здравствуйте. У нас вот такая вот опять чудовищная висит глыба. Вот такой айсберг висит, опасно ходить. Ну, в общем-то, как бы основная часть слетела уже. Причем это были страшные такие звуки издавались, когда с крыш падали вот эти вот айсберги. Ну, в общем, очень страшно. Ждем еще, когда вот это вот упадет. И тогда можно спокойно ходить. Вот посмотрите, какое у нас безобразие во дворе творится. Ужас. Дорогие мои друзья, давно я вам не показывала лес. Сегодня у нас 6 марта. Погода стоит апрельская. На улицах гололед. Нет, гололедище. Ну, такое, где посыпано, конечно, но, тем не менее, все равно скользко ходить. Опасно. На крышах сами видели, что творится. А здесь в лесу, конечно, получше, но, тем не менее, тоже скользко. Тропинка скользкая. Потому что у нас почти практически весь февраль был теплый. Где-то последние недели февраля вообще практически плюсовая температура стояла. Ну и вот и последние два дня подморозило. Ночью было до минус 15. Друзья мои, зато у нас солнышко. Два дня уже солнышко стоит, радует нас. Этой зимой солнышко нас не баловало, поэтому мы ему очень рады. Вот оно, наше солнышко. Вот оно, наше солнышко. Так, вот оно. Вот такое красивое солнышко и небо голубое-голубое. Мы, естественно, взяли опять семечек, зашли в магазин. И будем сейчас раскладывать по кормушкам. Красота! Время уже, правда, позднее. Мы ждали человека, который придет с почты, принесет маме пенсию. Поэтому задержались чуть-чуть. Время уже где-то 4:30. На Урале и в Сибири обычно, как правило, темнеет позже, чем в средней полосе России. Поэтому у нас 6:30 вечера, еще светло. День хорошо прибавился. Да еще и вот прям удивительно, а погода, в общем-то, такая, что напоминает апрель месяц. Обычно у нас апрель такой. Даже, может, попрохладнее. Ну вот, в общем, как-то все сдвинулось. Надеемся, что лето будет хорошее. Я не хочу смотреть прогнозы никакие. Где-то мелькала информация о предстоящем лете. Но не хочется портить настроение, поэтому я не заостряю внимание на этих подробностях. Будь что будет. Что будет, то и будет. Все равно это природа. С ней не поспоришь. Я уже говорила об этом не раз. Друзья мои, наслаждаюсь вот такой красотой, хожу без варежек, без перчаток, потому что тепло, чуть-чуть морозит, наверное, где-то градус 1-2, вот так мороза, а вообще красота, красота нереальная. Вот посмотрите. Ой. Чего ты? Мама в меня воткнулась. Друзья мои, честно говоря, вы знаете, у меня почему-то вот настроение пропало работать с Ютубом, работать на этой платформе. Нет, переходить, конечно, я на другую не буду. Это 100%. Но вот нет желания почему-то здесь работать на этом Ютубе после неких происшествий, после краш-каналов. Елену смотрю я Happy Every Day. Там ей такую
подлость подстроили хейтеры или канал, которому она делала не раз замечания и подала на них жалобу. В общем-то, этот канал закрыли, они решили отомстить. Подло, просто подло. Поэтому, вы знаете, и потом много комментариев у других блогеров я читаю, таких, что волосы дыбом становятся от того, какие мы злые, какие мы неадекватные, честное слово, когда прячемся за скрытыми никами. Но это ужас. Ужас, это когда нет фотографии, когда нет нашей фотографии, а стоит просто фейковое, либо вообще ничего. То есть смелыми сразу становимся, и вся гадость, вся грязь, что имеется в нас, выливается на бедного блогера. А ведь блогеры – это люди. Это люди. Я, конечно же, честно говорю, не хотела бы такой судьбы для себя. Никаких денег не надо, честно скажу вам. Некоторые говорят, что раз ты достанешь, а то высоко ведь очень. Некоторые говорят, что раз выкладывают свою жизнь, и люди комментируют, высказывают свое мнение, но мнение бывает разным. Одно дело высказать свое мнение, даже если это критика, но она, критика должна быть все-таки достойной, но не оскорбление, не унижение. Тем более наши блогеры некоторые не хотят нормально развиваться, им надо все быстро и сразу, и сейчас, и здесь, потому что, ну, жадные, наверное, всем хочется заработать, но таким подлым путем на чужом имени, делая себе контент, вот я бы, честно говоря, нет, я понимаю, некоторые есть, это делают грамотно, не обижая блогера, на которого они, допустим, делают пародию, наоборот, даже как-то приятно смотреть, они вкладывают свою любовь к этому блогеру, но некоторые же, ну, настолько с такой издевкой, они просто унижают человека тем самым своими этими гадостными видео. Для того, чтобы собрать себе подписчиков, для того, чтобы единомышленников, таких же злых людей, как они сами. Может быть, они не такие, они хотят просто раскрутить свой канал, но я считаю, что это подло. Это подло, неприятно. Ну, в общем, вы знаете, многие поддерживают, ну, как бы там пишут, правильно, правильно, давай его, дави его там, или давай, жги. Ну, я считаю, что, ну, я не знаю, сколько это нужно иметь злости или зависти, или не пойми чего, для того, чтобы поддержать вот эту гадость. А ой, друзья мои, какие комментарии под некоторыми видео. Ну, человек выкладывает, блинчики там печет или котлеты печет. И там такую жуть понаписывают, как будто все у нас повара, как будто все у нас делают все исключительно хорошо, на отлично. Как будто все у нас разбираются во всех профилях. Все профессионалы сразу становятся. И это ужасно. Такие оскорбления. Друзья мои, ну вот поэтому и не хочется ничего делать. И честно признаться, даже вот с этими открытками, которыми я занялась, мне очень интересно этим заниматься, как, впрочем, и видео. Я люблю монтаж, я уже много раз об этом говорила, что мне нравится сам процесс монтирования. Это творчество. Снимать это одно, а монтировать это совсем другое. Это творчество. Поэтому я люблю прилагать усилия. Но не оценивается. Как бы то я ни старалась найти трафик свой,
Я не знаю этот секрет, как можно, чтобы видео выстрелило, поэтому... Ну, конечно же, терпение должно быть здесь, но у меня его нет. К сожалению, у меня его нет. Пропустила я пожилого дядечку с палочками, со скандинавскими, поэтому прервалась на время. Ну, так вот же, хочу сказать про то, что, ну, и не только мало просмотров, и не только нет интереса к моим открыткам, в общем-то, еще и такое впечатление, что YouTube просто не дает мне выйти на просторы, потому что все я стараюсь делать, как полагается. Не знаю, что это. Ну, в общем, либо это скрытый бан. Часто мои комментарии попадают в спам. Я не понимаю причину. Да, возможно, где-то что-то повторяется, но меня уже это подбешивает, потому что, ну, спасибо, благодарить за то, что меня, допустим, поздравили. Неужели я не могу этого сделать? В общем, роботы у них, боты, так называемые, работают отвратительно, на мой взгляд. Поэтому... Ну, нет никакого желания, просто вот, знаете, руки опускаются, ничего не хочется делать. В общем-то, я просто гуляю, отдыхаю, дорогие мои друзья. Мы с мамой наслаждаемся хорошей погодой, красивыми видами леса, снегом, который еще лежит, но скоро уже растает. Друзья мои, вам всем успехов. Я, конечно, не ухожу с канала. Буду периодически появляться, но думаю, что не так часто, как раньше. Я не знаю, чем мне заняться. Что мне делать? Контент надо менять. А в какую сторону мне, в каком направлении двигаться? Я, конечно же, не в курсе и вообще в замешательстве. Я вижу, что у многих такое происходит, у кого-то они не очень хорошие, кстати говоря, видят так себе, знаете, средней паршивости, но они выстреливают и набирают, а у кого-то действительно хорошие, да, красивые видео, честные, без воровства, но вот красивые видео они сами делают с помощью программ, вот, и они выстреливают и набирают хорошие просмотры. И подписчиков, но, в общем-то... Вы знаете, я еще заметила, что после 1000 просмотров, где-то в районе 2000 просмотров, начинают приходить подписчики. Что это за подписчики? Вот у меня одно видео набрало 11000 просмотров. И повалили подписчики. 300 подписчиков у меня прибавилось. Друзья мои, я удивлена, я их не вижу, где они. То есть, вы понимаете, это опять же работают алгоритмы. То есть, ну, как-то все, я не знаю. Что это за подписчики пришли? Вы можете себе представить? Из этих 300 я, наверное, только 5 человек увидела с нулевыми подписками, у которых нет ничего, пустой канал, и которые вот просто по интересам подписываются на то, чтобы, допустим, вот себе скачать открытку красивую там или еще что-то, или просто приходят посмотреть видео. А остальные где? Я не в курсе. Поэтому я удивлена. Посмотрите, сколько шишек. Ой-ой-ой-ой-ой. Это, наверное, белочка сидела или белочки сидели, наверное, вот на этой еле. И питались шишками, семечками от шишек. Да, вот видно, что они прям распотрошенные шишки. Здорово. Значит, есть здесь белочки, зайчики. Поэтому, друзья мои, пока я буду искать, это все, конечно, никому не интересно.
То, что я куда-то там отлучаюсь, и что я не выкладываю видео, нет меня и нет меня. Никто от этого не страдает, кроме меня. Ну и, естественно, и YouTube тоже. Ему без меня тоже неплохо. И, в общем-то, буду искать себя, дорогие мои друзья. Ну, а теперь хочу с вами попрощаться. Мы будем дальше продолжать гулять. Мама у меня раскладывает семечки по кормушкам для птичек. Поэтому я с вами попрощаюсь. Всего вам доброго. Пока-пока.